Эстафету 21-го Хибинского спортивного фестиваля в рамках программы «Детям России. Образование, здоровье и духовность» подхватил и город Апатиты. В бассейне комплекса «Атлет» состоялись соревнования по плаванию среди воспитанников спортивной школы «Юность». Репортаж Евгении Максимовой. Вольный стиль, как для девочек, так и для мальчиков. Дистанция 50 метров. Победителем становится тот, кто быстрее ее преодолеет. По традиции, первыми на старт выходят самые маленькие участники соревнований. В соревнованиях принимают участие 227 воспитанников школы «Юность». Ребятам от 7 до 18 лет. У всех разный уровень подготовки, но их объединяет одно – желание показать лучший результат и не подвести тренера. Тренеры отмечают, для их подопечных Хибинский спортивный фестиваль – долгожданное и мотивирующее событие. Он позволяет оттачивать мастерство, улучшать результаты. Но главное, ребята получают массу восторженных эмоций. Хибинский спортивный фестиваль – это самый любимый соревнование спортсменов спортивной школы «Юность». Мы благодарим компанию «Фосагро» и организацию «Дрозд Хибина» за предоставленную возможность, за праздник для детей, грамоты, сладкие призы. В последнем заплыве соревнуются самые сильные участники. Среди мальчиков 2012 года рождения лучший результат 30,8 секунд показывает Артемий Ульченко. В каждой возрастной группе свои победители и призеры. Многие устанавливают личный рекорд. Среди самых младших участниц состязаний, девочек 2013 года рождения, на первом месте Дарья Калягина. Ее результат 40,16. Я очень рада, что заняла первое место. Очень волновалась, но хорошо, что так все закончилось. Среди мальчиков 2011 года рождения первое место с результатом 31,94 секунды у Иннокентия Думцева. Я планировала победить и 12-й год, но не получилось. Я хотела улучшить результат, побить свой рекорд. Тренер Дарьи Иннокентия Александр Калягин результатами своих спортсменов гордится. Говорит, что приносит свои плоды трудолюбие и устремленность. Сегодняшние результаты у наших молодых, если так выразиться, детишек спортивной школы неплохие. 30 секунд у мальчишек лучшие, у девочек 31 секунда. В этом-то и, наверное, сила спорта, что заставляет включиться некоторые герои на тренировке, а некоторые герои на старте. И вот именно на старте и проявляется настоящее геройство, мужество. Хибинский спортивный фестиваль продолжается. Его программа рассчитана на целый месяц и включает в себя около сотни интригующих состязаний, в которых будут победители, но не будет проигравших.